Ну давай, Вова, посчитаем деньги, сколько ты заработал за неделю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Друзья, это видео на тему, где и как 14-летний подросток заработал деньги, на что он их потратил. Так что всем приятного просмотра. Подписываемся на канал, а в конце видео он покажет, что он купил на свои деньги. Так давай я наклоню. Да? Будем пары пахать. Так, сейчас, короче, Вова, вот по этому краю, короче, зайдешь там, возле теплицы и вокруг теплицы. Вот по этому краю пройдешь сюда, сюда, сюда и за теплицу, понял? А я потом обратно пойду вокруг этих. Вдалеке от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишут про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты, в суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, да плевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вкалывают на комбайнах. Выпил С2, H5OH, сел на него, рассели маш на ДТ, дом 500, дом 150, покормил перед этим поросят. Но зато ты знаешь каждый винтик тракта и внутри получаешь за работу в месяц 1000 рублей, это майоры. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там не порой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных тур. Не пускай там пидорас, где снуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают, пусть враги все знают, сучка, кандалист, зарайс, никогда отребья натовская не возьмете нас. Выпил С2H5OH, сел на него, рассели марш на ТТ, дом 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел зять пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пацанам. Соло! Покормил перед этим поросят. И пошел взять пахать, молотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава!
глуши. Молодец. Все, разбирай. На колеса поставь вот. Сейчас колеса нет. На вот штыри. А что я тебе? Давай сам это разбирай. Так, это надо. Подписываемся на канал и ставим лайк. Вот, друзья, приехали мы с магазина. Вовчик купил себе вот такую покупочку со своих заработанных денег. Выбрал он все-таки себе телефон Redmi Note 10. Вот, ну покажи, Вовка, его, как он выглядит. Ну, телефон как телефон. За сколько ты его купил? За 14 тысяч рублей. За 14 тысяч купили. Плюс чехол взяли на него сразу. Стекло наклеили. Правда, стекло наклеили плохо, но... Что поделаешь, потом переклеим. Вот. А теперь он свой старый телефон, который покупал, короче, полгода назад. Где он у тебя? Вот. Вот. Теперь он его продает. За 6 тысяч хочет продать этот вот телефон свой. Honor, да? Да. Honor сколько? 9S. Honor 9S. Продает за 6 тысяч, короче, коммерсант мой. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Мы будем писать для вас новые видео.
Ну и Вова будет зарабатывать новые деньги, и посмотрим, на что он будет их дальше тратить. Все, всем пока. Всем пока.